Ну что тебе французский не нравится? Не понимает. Девушка, вам особое приглашение? Может, вам письмо отправить по почте? Дыши. Дыши, Ксюша. Вдох, выдох. Потому что она плохо видит. Она сказала, в школе она не видит то, что написано на доске. Очень плохо. Скоро 100 тысяч. МК Фэмилиблог. Доброе утро. Просыпаемся. Маргоша еще не проснулась. Марго. Маргарита. А что у тебя дверь открыта? Марго. Доброе утро. Всем привет. Да ты? Слышала, как он ушел? Он рано ушел. Он на машине поехал. Потому что он болеет. Так, мне сегодня придется всех отводить. Смотрите, видите? Спят. Приходят под утро к нам. Доброе утро. Детвора. А это тут ноги облизывает, лежит Бонь. Доброе утро. Ой. Эй. Ку-ку. Детки, конфетки, встаем. Давайте встаем. Я даже не знаю, какое сегодня число. Я знаю, что понедельник, а вот какое число, не знаю. Какое-то там сентября. Шестое, наверное, где-то. Нет, какое 14-е? 5-е или 6-е? А, да, сегодня 7-е, видишь? Как? Никто не угадал. Может быть. 7-е, значит, у вас каникулы через 2 недели. Хотел уже спрашивать у подписчиков. Да. Ну, сейчас телефон дам. Проголосовали? Угу. За черное? Да. Угу. Только курточку оденешь обязательно. Да? Не хотите, что хочу спать. Давай одеваться. Давай. Понь. Каролина еще спит. Ксюша. Ксюш. Уже 8, пойдемте. Нет, она больше всех. Потом орет, что она всех ждет, и мы опаздываем. А тут она сидит спокойно, деловая. Тебе рюкзак расстегнут. Вывалится там все. Ходим. Давайте, пошли. Да, пошли. Ну что, пока детки в школе, я спокойно могу помонтировать видео. Так как мы вчера снимали влог. Вы просили неделю влогов. Получайте. Так, мне нужно. Что мне нужно? Нужно зарядку взять. Так, сегодня обед мне готовить не нужно, потому что вчера сварила борщ. И еще даже осталось на сегодня на обед. Поэтому я, можно так сказать, немножко свободна. Спокойно смонтирую видео. И там уже пойдут детки со школы. Ну что, монтаж я закончила. Сейчас видео загрузится. Буду его грузить на канал. И как раз время уже 11 часов. Через 40 минут пойду за детьми в школу. Пришли со школы. Максу тут дали книжечку, они сегодня изучали правила дорожного движения, как правильно переходить дорогу. Да, Макс? Обязательно обучают в садике деток. У нас там дорога, мы как раз здесь через дорогу переходим. Макс с Каролиной только бульончик пьют. Ничего больше. Так, курточку снимай, а мы будем кушать. Так, все, убираем лишнее со стола. Ручки мыли? Макс, иди ручки мой. Ты ручки не мыл. Девушка, вам особое приглашение? Нет. Может, вам письмо отправить по почте, чтобы вы кушать пришли? Я иду уже. Что будем кушать?
борщ. Так, я буду сейчас мыть полы. Вот таким вот пароочистителем, как он называется, да? Пароочиститель. Как это долго. Вот смотрите, сейчас видите, красным светится. Вот когда будет зелененькое, тогда будет, в общем, вода внутри согрелась. Вот, здесь вот такие вот кнопочки. Это что, пар вышел, а это максимум, это минимум. Ждем где-то минут 6. 5-6 минут надо ждать, пока она нагреется. И буду мыть полы. Можно включать. О, сейчас пар пойдет. Запищало, видите? Пар пошел. Все, вот так вот берем. И моем. Она очень хорошо отмывает и дезинфицирует заодно. Больше ничего я не добавляю, вообще никакого средства. Так, еще этим пароочистителем я мою стулья. Такой вот насадкой. Вот у меня уже одна сторона загрязнилась, я перевернула на другую, и потом ее можно будет просто постирать и все, и использовать еще раз. Вот видите, я то, что я почистила, это я только стулья почистила. И она такая серая стала. Вот так. В общем, сегодня у меня все время только на уборку. И я даже не успеваю приготовить ужин. Поэтому я сейчас быстренько сделаю пиццу. Вот так вот. Я всегда хотела большую квартиру. А сейчас я уже сижу и думаю. Столько хлопот в большой квартире, если честно. И иногда хочется, знаете, обратно вернуться в маленькую квартиру. Потому что здесь, пока ее вымоешь всю. Дети, конечно, помогают. У них есть своя работа. Они выполняют свои обязанности. Но все равно, пока пропылесосишь, пока помоешь полы. И это я еще не везде еще закончила. Вот, пока все протрешь. И время уже 6 часов. Нужно кушать, готовить. Когда готовить, если столько уборки и стирки. Поэтому я сегодня вечером буду кормить пиццей. Пиццу я покупаю вот такую готовую. Ну как, здесь тесто уже готовое. Она уже с томатной пастой, с сыром. Я сверху могу положить колбаску. Могу еще немножечко сверху сыром посыпать вот таким вот моцарелла. Очень люблю моцареллу. Я вообще люблю, когда много сыра в пицце. Так, что я еще могу сюда? Кукурузку немножко добавить, либо грибочки, шампиньоны я тоже люблю. Особенно вот так. Я делю пополам. Макс, Каролина, они не едят. Ксюша тоже не едят грибы. А вторую половинку я сделаю с грибочками. И все, наверное. И кукурузки немножко посыплю. Ну что тебе французский не нравится? Не понимает. Сейчас так пойдет. Если ты говоришь на испанском, то французский тебе да, не должно хочу. Быть сложно. Нам надо все правильно писать. Это проблема. А я не умею. А, тебе писать. Грамматика не нравится. Что грамматика? Ну, грамматика это когда ты должна правильно писать. Да. Тебе не нравится грамматика. А мне нравится грамматика. Мне всегда было интересно грамматику учить. На место я положила от комаров. Ты скажи, что это вредно. Ну, я говорю, что пофиг. Мозгов нет же? Я сегодня пол мыла, столько шерсти там было, ё-моё, просто так не видно на полу, пол паркетный. Вот здесь вот на кухне видно шерсть сразу, темный пол, а там на паркетном не видно вообще. Но как метелочкой пройдешься, она полная шерсти, полная-полная шерсти. Батарейка сядет на самом интересном месте.
Так, все, пицца. Ау! Опять я задела. Это что, это вообще кошмар, ребят. Вы бы сейчас, если бы вы сейчас могли почувствовать, какой здесь запах стоит. Вон, видите, вон тот домик на горизонте с деревянной крышей. В общем, там ферма. Коровки там. И сейчас такой запах стоит. Это вообще аж домой запах заходит. Нужно закрывать. Кокульками пахнет. Просто, просто вообще. Дыши. Дыши, Ксюша. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ксюша. Дыши. Нам истерики не надо. Не надо нам истерики, пожалуйста. Нет? Ты что? Это домашняя. Ой, это школьная тетрадь. Ты что? Не школьная, а моя. Может, ты же в школе пишешь. Как правильно писать слова? На французском цифры. Вот бери одно слово и пропиши всю, потому что ты видео снимаешь. В общем, у нас на нашем канале TikTok, вот видите, скоро 100 тысяч. МК Family Vlogs. Мама, ты даже не в год начала, и тебя уже почти 100 тысяч. Мы не знаю сколько... Ну, я создала канал где-то месяц назад. Ну, а мы где-то, не знаю, сколько... С прошлого года. Нет, больше? Больше. 2 года где-то, 3. У меня еще нету, не знаю, 5. У тебя 40 тысяч где-то. Это несправедливо, вот, да? Вот скажите же, да? Вот. Вот смотрите, сейчас я покажу, когда я первое видео выпустила. Первое видео вышло 6 месяца. В июне. А, ну это 3 месяца, короче, почти. 2 месяца. И уже почти 100 тысяч подписчиков. Да ладно. Ну я вчера уже начала, сейчас вам покажу. Как вам? Сейчас нужно еще кеды и волосы сделать. И макияж. Если получится. Каре сделай. Чуть-чуть ниже лица. Ну, давай попробуем. Нормально. Это пробор надо сделать. Что? Пробор вот здесь надо сделать. Вот так. Да я знала. Они же не отсюда, они же отсюда начинают расти. А одежда такая будет черная? Нет, зеленая. Кофта, я не знаю еще, каким цветом. А кофточка так и будет, да, черная? Да. Сеточку. Так, давайте, уже время 9 часов почти. У Маргариты плохое зрение. Сенсация. Нет, делаем объявление. Нет, серьезно, Маргарита плохое зрение. У меня тоже плохое зрение. Потому что она плохо видит. Она сказала, в школе она не видит то, что написано на доске. Очень плохо. Тебе нужно в школе сказать, у вас нет в школе окулиста? Не отправляют с классом? Нет. Нет, это раньше было. Раньше, нет. Да? Там потому что я помню, вы же делали один раз тест на зрение. У тебя нормально было? У меня тоже было нормально. Так, все. Спокойной ночи. Тук-тук. Ты с таким светом будешь спать розовым? Тебе глазам не это, может убавить чуть-чуть? Все, складывай. Все, спокойной ночи. Ложись, ничем не думай, отдыхай, мозги отключай. Завтра мозги включишь, когда придешь в школу. Поняла? Все. А сейчас ты спишь, отдыхаешь. А? Ну, все хорошо. Давай, пока. Давай. Все, спокойной ночи, я тебе. Все, ребят, всем пока. Пока.